Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 10 часов 30 минут. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции. Если какие-то проблемы, то, пожалуйста, напишите, что нет изображения или звука. Если же все хорошо, то можно поставить плюсик. Это будет означать, что у нас с вами хорошая обратная связь, и в этом случае мы начнем наш обзор. Итак, я жду ваших реакций. И вот вижу, что уже все хорошо, поэтому давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим, что у нас выходило и что нас с вами ожидает. Начнем со вчерашних событий. Вышли данные Американского института нефти. Был отчет по запасам. Запасы сократились на 4 миллиона с хвостиком баррелей. А также и бензин тоже произошло сокращение, но это оказало поддержку ценам уже только в сегодняшний день. За вчера нефтяные цены достаточно серьезно снизились. А связывают это два фактора. Рост добычи и неопределенность стран-участниц картеля. Падение было достаточно серьезное именно вчера, ну и это как раз связано с тем, что беспокойство есть определенное по поводу роста добычи в Ливии и в Соединенных Штатах. Идет достаточно серьезное увеличение. Ну и также страны-участницы нефтяного картеля, тоже здесь есть неопределенность, пока что не могут договориться о сокращении, здесь нет каких-то четких сигналов участникам рынка, и вот на этих настроениях котировки снизились на нефть достаточно серьезно. При этом, что нужно сказать, что очень отрадно, при таком достаточно серьезном падении цен на нефть не было движений нашей с вами национальной валюты. Это не может, конечно же, не радовать. Правда, здесь нужно еще отметить, что и канадец почему-то не очень отреагировал. Вполне возможно, что участники рынка как-то не очень, видимо, верили во вчерашнее падение. Вполне возможно, что это такая оценка дана, что просто такие спекулятивные атаки были на фьючерсных рынках. Вполне допускаю такой сценарий развития событий. Очень-очень даже вероятно, что это просто были короткие позиции, но чуть позже мы с вами посмотрим, там ничего из ряда вон выходящего не произошло, восходящий тренд пока что сохраняется, вопреки тому, что пишут во многих аналитических обзорах. Я категорически не согласен с тем, что пишут, что нет как бы никаких признаков того, что цены растут. Мы с вами четко это уже неоднократно об этом говорили, что пока что все укладывается в рамки восходящего тренда. Вот, ну, локально идет снижение нефтяных котировок, но, как уже говорил, позже мы с вами посмотрим. В Японии сегодня выходной день, день Конституции, поэтому из Азии новостей не очень много. По Австралии мы с вами получили активность в сфере услуг по данным AIG. Индекс вырос с 51,7 до 53. Это очень позитивный фактор, но нужно сказать, что австралийский доллар активно сдает свои позиции. Там достаточно серьезное снижение. Ну и те, кто работают по продаже австралийского доллара, сегодня посмотрим картиночку. Там вполне возможно есть ярко выраженная доминанта. И будем определяться, что же нам делать по этой валютной паре австралийца к американскому доллару. В 10.00 должно было быть заседание Европейского центрального банка. Оно не связано с монетарной политикой. Ничего в новостной ленте по этому поводу я не нашел. Поэтому прокомментировать это дело никак не могу. Вот, по сути дела, все данные, которые были. Ну и теперь уже поговорим о том, что нас сегодня ожидает. В 10.55 рынок труда Германии. Традиционно там все бывает хорошо. Посмотрим, каковы будут реальные данные. Безработица 5,8, самая низкая в еврозоне. Посмотрим, совпадут ли данные, реальные данные, с тем, что дают по прогнозам экономисты.
Ну и там, соответственно, будем реагировать. Здесь зависимость прямая. Если показатели растут, безработица растет, это не очень хорошо, может негативно сказаться на европейской валюте. Ну, соответственно, при том, что если показатели будут на том же уровне, совпадут с прогнозными значениями или окажутся лучше, то это может оказать поддержку единой европейской валюте. В 11.30 по Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе. Здесь ожидается незначительное снижение. 52,2 предыдущие значения, теперь 52 ровно, но не думаю, что это очень сильно скажется на стоимости британского фунта. Далее в 12.00 очень важный момент сегодняшнего дня. Рынки ждут данных по ВВП еврозоны. Внимательно будут отслеживать, каковы будут данные. Ожидается, что данные покажут рост по сравнению с последним кварталом прошлого года где-то на 0,5%. Вот это ожидание здесь, которое отмечено. Посмотрим, что будет по факту. В четвертом квартале экономика валютного союза росла таким же темпом, который немного превышает средний темп ее восстановления с середины 2013 года, а также темпы роста экономики и США, и Великобритании. Здесь, конечно же, огромный вклад в этом, естественно, экономики Германии. Одновременно с этим индекс цен производителей здесь ожидается снижение с 4,5 до 4,1. Это данные по году. И месячный у нас показатель может показать снижение на 0,1%, но это не более чем сезонный фактор, конечно же. Нормальный экономический цикл, он никогда не бывает ровным, поэтому здесь мы с вами можем наблюдать такое частичное снижение индекса, что укладывается в рамки текущей экономической ситуации. С 14.00 начинают поступать данные Соединенных Штатов. Индекс ипотечного кредитования составлял 2,7%. Посмотрим, что будет с ипотекой, данным по ипотеке в Штатах на сегодняшний день в 14.00. Далее достаточно интересные данные. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе. Ожидается 180 тысяч новых рабочих мест. Если это сравнить с предыдущим периодом, там было 263 тысячи, значительно больше, но показатель очень хороший, достаточно близок к оптимальному значению, к той средней цифре, которая обычно происходит увеличение ежемесячно на протяжении уже нескольких лет в Соединенных Штатах. Эти данные по ADP являются косвенным показателем того, каким могут выйти данные по рынку труда в пятницу, non-farm payrolls. Поэтому внимательно будем отслеживать этот показатель. Но, повторюсь, это только косвенно, конечно же. Ни в коем случае впрямую говорить об этом нельзя, что это будет однозначно говорить, что рынок труда покажет ту же динамику, что будет по данным ADP. В 16.45 деловая активность в секторе услуг по данным Market. Здесь ожидается, что индекс останется без изменения. А вот дальше в 17.00 уже деловая активность по данным ISM. И здесь ожидается рост с 55,2 до 55,8. Это важные данные. Рынки обычно внимательно следят именно вот деловой активности, данные ISM. 17.30 уже будут данные по запасам нефти Министерства энергетики Соединенных Штатов. Коммерческие запасы здесь тоже ожидается снижение на 2 миллиона баррелей. Посмотрим, каково будет фактическое значение. Ну и далее. Один из ключевых моментов сегодняшнего дня – это решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Одновременно с этим будут комментарии американского регулятора по монетарной политики. Участники рынка склоняются к тому, что регулятор вряд ли сегодня повысит процентные ставки. Заседание уже началось, оно было вчера, его начало, и вот сегодня будет объявлено решение как раз по процентным ставкам. Подавляющее большинство участников считают, что
видимо, решение будет перенесено на следующее заседание, которое состоится через 60 дней, поскольку 8 раз в году собираются они, да, это вот полтора месяца обычно. Последовательность, когда собирается комитет открытого рынка и принимает решение по процентным ставкам. Считается, что сегодня регулятор сообщит о своем последнем видении экономической ситуации и отчасти может подать определенные сигналы о том, каковы перспективы процентных ставок на ближайшие месяцы. Заявление ФРС будет представлено сегодня. Новых прогнозов не будет, как и пресс-конференции председателя ФРС Джанет Йеллен. Оно будет вот как раз на следующем заседании. Ну и считается, было такое мнение, что ставки будут повышать именно на тех заседаниях, когда после этого будет выступать председатель ФРС Джанет Йеллен. И вот одна из причин, по которой рынки считают, что повышение не произойдет, это как раз именно этот фактор. При этом заявление может содержать намеки на вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании. Будет это 13-14 июня. Будут изучать данные по рынку труда, которые выходят у нас с вами в пятницу как раз. Наверняка регулятор будет обращать внимание на нестабильность экономической ситуации в Соединенных Штатах, поскольку ВВП вырос хуже, чем ожидали по прогнозам. Инфляция тоже ослабла в марте. Это определенным образом встревожило руководителей Федеральной резервной системы. Далее, естественно, нужно будет отслеживать, что будет сказано относительно баланса Федеральной резервной системы, каковы его планы, когда начнется работа с балансом, когда начнется его сокращение, в какие сроки, какими темпами и каковы лекала работы именно с этим инструментом американского регулятора. Обязательно, конечно же, будет учитываться общемировой экономический рост. Это, если говорить по-русски, то с оглядкой на другие центральные банки. Иначе получается некий такой дисбаланс, да? Федеральная резервная система находится в фазе повышения процентных ставок, и, соответственно, это может привести к укреплению американского доллара, перекос. Другие банки не торопятся сворачивать свои стимулирующие меры, в частности, Банк Японии, Банк Швейцарии, Европейский центральный банк, они пока что все еще находятся в фазе стимулирования. Вот, пусть они не наращивают меры стимулирующие, но тем не менее это создает вот такой некий дисбаланс между монетарной политикой центральных банков. И, соответственно, конкурентоспособность экспортных товаров Соединенных Штатов будет падать, она будет в невыгодном положении, если будет укрепляться американский доллар. Здесь другой вопрос. Если смотреть чисто с технической точки зрения, то мне кажется, вот нынешний момент сегодняшнего заседания очень удобный для того, чтобы поднимать процентные ставки, но об этом мы с вами поговорим чуточку позже, когда будем смотреть уже технический анализ. Вот такой сегодня новостной фон. Какие у вас будут вопросы? Что не ясно, что непонятно? Жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Если есть вопросы, коротенькое слово есть. Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете. Постараюсь на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, ставьте плюсик, и мы посмотрим с вами, как ситуация выглядит с технической точки зрения. Так, не вижу вопросов, это значит все ясно, все понятно. Итак, давайте посмотрим технику, что у нас с вами по технике. Начинаем с нефтяных котировок. Вот это мощное снижение. Вчера у нас цены поднимались достаточно активно. Если посмотреть на часовом таймфрейме, вот таким образом это выглядело. В европейскую сессию был рост, ну и затем после середины европейской сессии снижение до
начальных уровней и на американской сессии. Котировки достаточно серьезно снизились. Сегодня чуточку отрабатывают в противоположном направлении. Практически достигли критической отметки в $50 за баррель, но все-таки цены отскочили и торгуются сейчас чуточку выше, почти на доллар без 20 центов. Абсолютное значение сейчас 50.81, это нефть марки Brent. Ну и по WTI та же самая картиночка. Вплотную цены приближались к предыдущим минимумам, но минимум пока что не преодолен, поэтому в целом можно говорить пока что о том, что восходящий тренд остается. Это очень хорошо видно на картиночке вот марки Brent. Посмотрите, да, давайте вот так weekly включим. Вот он, тренд у нас с вами восходящий все еще остается. Ну а локально, как я уже сказал, идет снижение, и здесь важный будет момент относительно предыдущих минимумов. Значит, если цена опустится ниже, то можно будет говорить, что по структуре мы с вами будем наблюдать уже смену настроений, и вполне возможно будет иметь смысл говорить о определенном давлении на рынки нефти. Теперь смотрим на индекс американского доллара, что у нас здесь с вами. Индекс продолжает торговаться достаточно стабильно. Новой информации не поступает. Если сегодня произойдет сюрприз и все-таки Федеральная резервная система повысит процентные ставки, скажем, на 25 базисных пунктов, да, то посмотрите, у нас американский доллар получит импульс, он укрепится, но при этом это не будет критичным, поскольку мы все равно находимся в фазе нисходящего тренда, у нас донышко ниже предыдущего, да, то есть уже есть критерии нисходящего тренда, поэтому если даже котировки отыграют вверх, ничего сверхъестественного не произойдет. Важным окажется опять же момент, а информации очень много будет входящей, да, то вот именно об этом я говорил, что сейчас достаточно удобный момент, чтобы повышать процентные ставки. Иначе представьте себе ситуацию, если локально, просто под воздействием каких-то факторов у нас произойдет укрепление американского доллара, к следующему заседанию, скажем, они будут где-то в районе отметки 100 находиться, и потом повышать процентные ставки, то это как раз может сломать критерий того нисходящего движения, который мы с вами наблюдаем. А поскольку сейчас находится в фазе донышка американский доллар, вот мое мнение, это было бы самое благоприятное ситуация для того, чтобы повышать процентные ставки и при этом не дать сильно укрепиться американскому доллару. Но, повторю, это только с точки зрения технического анализа. Регулятор, конечно же, будет смотреть на данные, на статистику. Вот, но при этом нельзя, конечно же, не учитывать и политическую ситуацию в мире. Хотя и считается, что ФРС независимая организация, но поскольку председателя назначает президент Соединенных Штатов, а он хочет видеть дешевым американский доллар. И поэтому здесь, как в известной миниатюре, выбирай, но осторожно, но выбирай. Либо вчера большие, но по 5, либо сегодня по 3, но маленькие. Ну вот, соответственно, и перед такой дилеммой сейчас стоит американский регулятор. Итак, это был индекс американского доллара. Ждут сегодняшнего заседания, ждут данных по рынку труда. Сегодня ADP в 15.45. В пятницу Non-Farm Payrolls, данные, которые будет учитывать комитет открытого рынка. Теперь смотрим шестерку мажорных валютных пар, которые этот индекс американского доллара составляют. Итак, начинаем, как всегда, традиционно с пары евро-доллар. С точки зрения трендовой консервативной торговой системы у нас следующая картиночка. Тренд, восходящий в фазе импульса, говорит один трендовый индикатор, а по второму у нас фаза неопределенности, давайте уточним, 3.0.80.41 значение, здесь 70.12, а это значит, что гистограмма понижается, находясь выше нулевой отметки, это говорит, что здесь пассивная фаза, фаза отката, и поэтому евро-доллар у нас с вами не торгуется. Мы находимся вне рынка по евробаксу и в торговлю не ввязываемся, только наблюдаем, сидим на заборе.
Это была европейская валюта. Теперь смотрим, что у нас по британцу. Очень похожая картиночка. Здесь активная фаза, фаза импульса. Здесь фаза отката. Поскольку активной фазы нет, это значит, что по трендовой, среднесрочной, консервативной торговой системе мы сидим на заборе и не торгуем британский фунт. Австралийский доллар. Как я уже сказал, сегодня идет снижение, но гистограмма находится выше нулевой отметки. Нужно ждать для того, чтобы заниматься продажами, когда у нас и ОСМА тоже будет в отрицательной зоне. Если брать по закрытым свечкам, то сегодня здесь доминанта медвежья, здесь бычья. Это значит, что трендовый индикатор находится в прямом противоречии. И это говорит о неопределенности с точки зрения трендовой консервативной торговой системы. Это значит, по австралийцу пока что тоже вне рынка. Идем дальше. Закончили стройкой обратных котировок. Теперь смотрим триаду прямых и начинаем с пары доллара, японская иена. И если здесь у нас один трендовый индикатор активно говорит о покупках, восходящий тренд в фазе импульса, то гистограмма понижается, находясь выше нулевой отметки, плюс диверочек. Посмотрите, да, у нас цены поднимаются выше предыдущего максимума, вот, а значение индикатора показывает совершенно обратную картиночку. Итак, по японцу пока что тоже вне рынка и тоже не торгуем. Есть подозрение, что все мажоры нас с вами сегодня разочаруют. Смотрим швейцарский франк, тренд нисходящий в фазе импульса. А вот по франку-то сегодня, посмотрите, торговый день. Здесь у нас нисходящий в импульсе, и то же самое, гистограмма понижается, находясь ниже нулевой отметки. Итак, у нас есть валютная пара, по которой сегодня торговля, день продаж. Поскольку нет никаких диверочков, значит, объем сделки совершенно стандартный. Теперь давайте посмотрим внутреннюю структуру, что у нас здесь. Здесь нужно подождать волны отлива. Нам нужен сигнал осциллятора в продажу на 4-часовом таймфрейме сегодня. Если на закрытой свечке сигнал состоится, это не значит, что нужно будет оголтело бросаться продавать швейцарский франк. Нужно будет открыть часовой таймфрейм и посмотреть наличие консолидации. И вот только в том случае, если после того, как будет сигнал на закрытой свечке, будет боковое движение с узкой волатильностью на часовом таймфрейме, отложенный приказ sell stop, нужно будет определить точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. Ну и в качестве цели у нас там была серединочка. Давайте к предыдущему минимуму мы с вами вот этот отследим. Это как раз и будет у нас с вами являться текущим ориентиром. 0.9810. Вот таким вот образом мы с вами поступим. 0.9810 – это цель по швейцарскому франку. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Итак, это был швейцарский франк, а мы пока что с вами смотрим, что у нас по канадцу. Здесь активная фаза, фаза импульса, здесь у нас с вами фаза отката. Получается, что по канадцу мы тоже с вами вне рынка, сделок не совершаем. Смотрим последний финансовый инструмент, это золото. Фильтр у нас смотрит вверх, это означает, что речь идет только о покупках, ни о каких продажах мы пока что даже не помышляем по этому финансовому инструменту. Ну и теперь смотрим, что у нас по внутренней структуре. Цены движутся вниз, и мы ждем, когда индикатор подойдет к зоне перепроданности. Именно с этих значений самый оптимальный вариант для того, чтобы покупать этот финансовый инструмент. Пока что индикатор очень далек от того, чтобы можно было начинать покупать золото. Спрашивают, какие значения скользящих средних, 5-периодные и 22-периодные скользящие средние. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте.
У Алексея есть вопрос. Алексей, давайте ваш вопрос. Спрашивает, есть ли дивер на евробаксе и на фунте. Давайте посмотрим. Нет, здесь дивера нет, поскольку у нас не повышаются максимумы. Картиночка по евробаксу совершенно стандартная. По британцу есть, но небольшой. Это вот если брать в этой перспективе, да, а если брать уже в отношении, поскольку он двухпериодный, здесь у нас никакого диверочка нет. Еще какие вопросы? Похоже, вопросов нет. Ну что ж, давайте будем тогда завершать наш обзор. Скользящий средний только на daily таймфрейме. На других таймфреймах, посмотрите, здесь скользящих средних вообще нет. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста. Если бы вы внимательно смотрели, то, наверное, бы вопрос этот не задавали. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательными, осторожными. Берегите себя. Удачи всем.